С 9 января маршрут номер один – микрорайон Холодово, ДК «Орбита», микрорайон Дарам, осуществляющий регулярные перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, изменил свой путь следования. Как по просьбе жителей, так и по просьбе главы района открылась поликлиника номер один на улице Крымская, а также построился большой микрорайон номер 10. Для связи с центром города мы продлили данный маршрут. Добавились остановки, это 10-й микрорайон, также остановка школы номер 9 и поликлиника номер 1 по улице Крымская. Эти меры помогли наладить транспортное сообщение до новой поликлиники, в которой располагается детское и взрослое отделение. Интервал следования социальных маршрутов номер 1 в пиковое время 12-17 минут, в межпиковое 30-40. До продления маршрута на маршруты обслуживали 4 автобуса большого и среднего класса. После продления маршрута количество автобусов увеличилось до 6, также большого и среднего класса. Это касается только социальных маршрутов. Коммерческие остались без изменения. Сергей Григорьев и Марина Миткевич для программы «Городские вести».